Всем привет! Сегодня мы разберем вступление из песни Боба Дилана «Knocking on Heaven's Door». Мы будем играть на до гармошки в тональности соль мажор, вторая позиция. Послушаем, как это будет звучать. Начинаем мы одновременно играть первое и второе отверстие на вдохе, и от них мы делаем слайд к третьему отверстию. Вторая фраза также начинается с первого и второго отверстия на вдохе и звучит она следующим образом. Здесь мы добавляем небольшую трель для украшения на втором отверстии. От нее мы делаем плавное погружение до ноты фа диез, это полутоновый бенд на втором отверстии. И дальше делаем выдох на втором отверстии и добавляем уже полноценную трель. Также эту мелодию можно играть и в конце песни. Она отлично звучит как вступление, так и в качестве концовки. На этом разбор завершен. Я желаю вам успехов. Всем пока!